В Центре культуры и отдыха прошел пасхальный бал православной молодежи. В третье воскресенье после Пасхи, в день памяти жен мироносец, на мероприятие собралось более 20 пар. Нечасто на православных торжествах бывают танцы, рассказывает организатор, священник Николай Савицкий. Сегодня в Слоне у нас проходит бал православной молодежи. И в этот день мы также празднуем День памяти жен мироносец. Такой православный праздник, который мы чествуем, поздравляем наших дорогих женщин, девушек, бабушек, сестер и поздравляем их. Во время праздника мы будем танцевать, рассказывать какие-то стихотворения, петь песни, будут разные сюрпризы, разные бальные танцы. Во время такого бального мероприятия мы решили подарить радость и слонимчанам, и друг другу. А также в этот день мы открываем фотовыставку, посвященную 1030-летию православных белорусских землях и 30-летию возрождения Новогрудской епархии. Здесь лишь часть священников, немножко больше половины, которые присутствовали, в основном настоятели храмов, которые возрождали жизнь в пределах уже, как говорится, времени нашей Новогрудской епархии. Следующие стоят, следующие фотографии, следующие четыре изображают последовательность восстановления храмов. В эти чудесные пасхальные дни мы сердечно приветствуем всех древними и святыми для каждого христианина словами «Христос воскресе!» Искренне рады видеть всех вас в этом зале, участников и группу поддержки, гостей и всех тех, кто пришел в этот вечер поучаствовать уже во втором подобном мероприятии – бале православной молодежи. Красивых людей. Может быть, даже если не очень молодые, но все равно очень красивые. И сегодняшнее торжество, оно не случайно для нашей церкви, потому что сегодня Святая Православная Церковь совершает память в честь святых жен мироносиц. Именно они первыми явились благовестниками о том, что Христос воскрес. Именно они почувствовав эту радость о воскресшем Спасителе, делились этой радостью со всеми, кто встречался им на пути. Под грас я хочу танцевать, и красиво взмахи руки, раз, два, три, четыре и пять. Это Христославы, это Жироновский фест или Жироновское свято. А эти мероприятия уже знают не только на Слонимской земле, но знают и во всей Гродненской области, не только в Гродненской области, но и во всей республике. И вот сегодня на этом балу, я думаю, что вот светский бал, пасхальный бал, мы уже говорили с отцом Дмитрием, с отцом Николаем, что он в будущем тоже станет нашим брендовым мероприятием нашей Слонимской земли.
танцем, музыкой и, конечно же, общением друг с другом. Ведь исторические балы проводились именно для этого. В 17-18 веках танец стал одним из видов общения, поскольку молодые люди противоположного пола не могли просто заговорить друг с другом. Такую возможность им давал, к примеру,